Ладно, все, погнали, погнали. Нужно вернуть даймонд. Диамонт на скаде. На новом скинчике поиграем. У меня тут дилемма. Короче, хочу задонатить, но Adidas прислали 50% скидку. Что делать? Слушай, я даже не знаю. Поставь скибиди папа. Нет, этот... Как его, блин, забыл, как этот. Музыка другая на донатах играет. Вот гор. Ну, кроссовки явно дороже, чем ты хотел мне задонить, правильно? Поэтому, я думаю, надо кроссовки брать, братан. Мои донаты подождут. Мне так-то больно он бьет. Меня крипы бьют. Да мне самому что-то уже неохота после таких. Ань, привет. Мудила, а. Но тут я буду без кроссовок, да. Ну что поделаешь. Нет донатов, нет кроссовок. Тут уж ничего не сделаешь. Ай! Блин, я так хотел на этом на Анхуре поиграть, а он взял Анхура и даже со старым скином. Я не живу со своим ребенком, ребят, не могу показать, сорян. Но я с ним вижусь часто, ну стараюсь почаще. Сейчас батке приумирает. Ну блин, Вань, ты видел там, что происходит? Я тебя 100 лет, кстати, не видел. Куда пропал-то, братан? В Апексе, что ли, залип? А, я понял, давай выздоравливай там, болеть, это такое себе. Невестский комментатор такой угарный. Невестский комментатор очень крутой. Что он пытается сделать? Я говорю, когда-нибудь я вам эту историю расскажу, ребят. Чем я жертвовал ради стримов. И вы все поймете. Ты можешь не умереть, пожалуйста? Да прям на донат заслужил. Ладно, чё ты, Данхилл. Ты уже сегодня надонатил нормально. Дай другим, уступи дорогу другим. Да, ребят, сейчас тут посыпется все. А потом будет хорошая катка, я ее выложу на YouTube, и мне будет под, ну, в катке писать, типа. Типа этот. Опять он донаты там клянчит. Карму поднимаешь, я понял, дядь.
Но если тебе так карма поднимается, то я только за. А чё вчера-то было? Как поживает кот? Хорошо. Кот поживает очень хорошо. Самое херовое то, что я не вывезу Анхура. Скади очень сильная, сильный охотник. Но он не вывозит Анхура. Это очень печально. Тем более эта дурилка уже с сапогом. Ну, он всегда импл кидает в меня. Да, Берил. Вень, здорово. А, да, я понял. Карма в этом заключается. Просто здорово, Макс. Нифига все стариканы сегодня пришли. Которых я не видел уже 50 тысяч лет. Он импл всегда в меня кидает. Я еле спасся, господи. Здорово, Кира. Здорово. Хорошо отмансил. Да блин, ульта-то пробивает, да его? Его тотем вот этот. У меня спас только Калдор, и спас он меня только вот в самом конце, когда у него ульт уже кончился, он пытался меня бахать. С автоатаки. Потому что, ну, под ультой у Калдора это фулл хп становится. Ему нужно было... А он прицепляется к нему. Ему нужно было как минимум 5 раз его стукнуть. Как оно? Да хорошо все, Макс, все хорошо. Не успеваю в игры играть, очень много игр. Как дела, дядь? Я очень сильно сгорел, Вень, ты бы видел. Я так сгорел, что просто жесть. В первой катке. У меня же настроение поплохело и башка заболела. Чисто Данхил нормально тут подсобил донатами. Говорит, не парится. У него есть сапог уже. Я вообще никак от него не уйду, если ему проиграю. Все, я труп. Да Калдор, ну как ты... Почему он отклеился от него? Спасибо, Айд. Спасибо, скин классный. Да, сегодня его разыграем. Сейчас мне показывает 70 человек. В Астриле там 70 человек сидит. Охренеть. Я просто его не могу сейчас вывести, господи. Мне твои проблемы с играми... Да, брат, у меня много проблем. Просто это то, чем я хочу заниматься и чем хочу в итоге зарабатывать деньги, избавившись от работы. Поэтому я в два раза больше работаю, чем кто-то другой. Я работаю и на работе, и вот этой фигней занимаюсь. Удалил смайт? Да ладно. Но я еще секиру вот стал проходить. Могу тебе посоветовать секира пройти. Поиграть как минимум. Берил, очень классная игра. Я уже выложил на ютубчик одну серию. Кому интересно, можете чекнуть. Нет, розыгрыш сегодня среди всех. Среди сапов уже был. Сабов. Ну, типа, я ничего не могу с ним сделать. Мне нужен ганг. А, я понял. Ну поиграй, она реально того стоит, она классная. Окей. Где Анхур-то? Я ничего не понимаю. Да просто жесть, Анхур сейчас настолько сильный, что просто жесть. Что для участия нужно, я потом скажу в конце стрима. Святую классику. Не, ну секира типа более актуальна мне как стримера. Кстати, а кто
Тут на консоли пробовал смотреть. Так у меня же есть Nintendo Switch, я уже пробовал. Да, я не могу кеки, потому что я стримлю и на YouTube тоже. Не стримил бы на YouTube, включал бы сюда. А, слушай, дико неудобно. Очень дико неудобно. Я как-нибудь запишу свои ощущения, геймплей и все остальное, как я на консоли играю. Почему они упорно меня типа игнорируют, я не понимаю. Привет, мастер Мак. Все отвратительно просто. Я так сгорел на предыдущей катке, что просто жесть. У меня настроение испортилось, голова теперь болит. Я просто ничего не могу сделать. Я слил себе дивизион. Все вообще ужасно, короче. Вообще я хотел Анхура взять. Retreat. Буду пушить. Привет, привет. Всем, ребят, привет. Я рили очень вас рад всех видеть, серьезно. На настроение нет, приятно, когда есть чатик. Когда есть чатик, есть с кем побазарить. Убийца крабиков, у которых хп даже нету. Я максимально с ним драться не хочу сейчас. Когда у меня нету даже отхила хоть какого-нибудь. Как работает розыгрыш? Я еще не решил, ребят. Я еще не решил, как он будет работать. Придется делать так. Привет, папе, привет. Здорово, Хаски, здорово. Жесть, как много пришло снова. Я очень рад, на самом деле, ребят. Мне очень приятно. Хорош, хорош. Хорош. Хорош, он умрет. Нет, не умрет. Бахус, ну куда ж ты? Арти, а где больше зрителей, на Твиче или на Ютубе? На Ютубе, но я хочу, чтобы было больше на Твиче. Привет, Шазурик. Хорош, хорош. Все-таки, но мне просто самому больше Twitch нравится. Может быть, я поэтому хочу так. Так, на этот раз мы с Кади будем собирать именно в скорость атаки, а не как мы обычно за пушку собираем. Я думаю, будет нормально. Блин. Чек, я сейчас еле предотвор. Думаешь? Мастима, как у тебя дела? Хаски, как дела? Веня, как дела? Как вообще у вас дела, чат? Вообще, в общем, у всех. Вообще, Арти ходил в спортзал, а то я вижу твою бицуху. Ну да, до сих пор хожу. Просто сейчас в последнее время нет времени заниматься, если честно. У меня на полтора года еще зал оплачен.
Ну полтора, господи, я туда просто не хожу. У меня кризис, творческий кризис. Вот что я думаю. Спасибо, мастер Мах. Я очень люблю, когда есть люди, которые меня поддержат просто поговорить. Я имею в виду даже не про донаты, а вообще в принципе поговорить. Это очень круто. Хорош, хорош. Вот смотрите, когда получается, я линию проиграл. Ну, точнее, проиграл Ирли. И в итоге я выигрываю линию. Они же сами убьют, я надеюсь. Данхил, спасибо тебе огромное. В любой непонятной ситуации ты пивко. Я не пью пивко, братан, но спасибо. Спасибо за 200. За 200. Вообще уже за 350 рубасов, брат. Спасибо тебе огромное. Это очень крутая поддержка. Прям нереальная поддержка. С учетом того, что стрим только-только начался. Вообще нет, я не буду ее в скорость атаки собирать. Я ее сейчас соберу в какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь контрольник. Ну, сейчас увидим, короче. Верю, что затащишь. Да, мы должны выигрывать. Пусть еще брата получается, когда я карты вышел донать. Да я тоже, Макс, 100 лет тебя не видел. Как ты вообще, во что играешь? Ну, я смотрю, ты постоянно в Раст играешь, да? Хорош, Батчус еще очень хорошо играет. Батчус очень хорошо играет. Это что тут? Это что тут? Yes, брат, урон не нанес. Брат, что будем делать? Что будем делать? Здорово, Карамбио. Старых друзей вернуло, это просто охрененная дела. Голд Фьюри? Окей. Пари. Opulence. Can you feel it? The trees, they are watching over us. Да, Данхил, спасибо тебе вообще, я в шоке просто. Вчера ты донатил мне столько, сколько вчера донатов в принципе было, брат. Спасибо тебе огромное. Это очень много. Иной раз стримы просто в ноль уходят. И ты думаешь такой, мля. А потом такой бамс. И хороший стрим в плане донатов. Любой стрим это хорошо, когда есть ребята, которые приходят на этот самый стрим. Ну чё, Анхур, я так понимаю, больше со мной драться не хочет. Как тебе урон, брат? Ну как урон? Не вывозит. Накушалась. Я бы тоже покушал. Короче, я знаете, что хочу собрать? Я хочу кое-что прочитать. Вот это вот при уровне вашей способности. Нет, вот этот.
если они находятся по диску, кроме отбрасывания ослепления, из-за... кроме вот будет на нем, на ней работать. Давайте проверим, я хочу проверить. Видишь, Энхура нет, а он есть. Для олдов. Адам давно тут был? Не, брат, Адама давно не было. Я понял, Данхил, я понял. Если тебя нет, то зарабатываешь мне донат. Я понял, дядь, спасибо. Потом я куда-нибудь в комп свой вливаю твой донат и иду зарабатываю еще на донат, короче, в свой. Чтобы потом, чтобы ты приходил и смотрел стрим в хорошем качестве. Ну, служи, да, я имел в виду служи. Будет работать же, правильно? Просто вы видели, какой урон был по Анхуру? Типа, в теории с этим молотком будет еще и огонь. Ну, это катка в ноль, на самом деле. Да не убейте! Поспешили. Не видишь урона? Я понял. Я, в принципе, урон от Скади сейчас вижу такой, что просто капец. Спасибо огромное, мастер. Нихрена себе презент, маленечко. Джейс, пятихаточка, спасибо огромное. Спасибо огромное. Я умру, умру. Айси, работай, брат. Айси. Айси, живи. Айси. Спасибо. 15-летняя девочка, проснись. Спасибо за донат, Масимах. Огромный донат. Просто жесткий. Просто самый жесткий. Просто жесть какая-то. Как я выжил-то в этой схватке? Двадцать четвертого будет розыгрыш с репостов, а сегодня среди зрителей, ребят, вот этот скин на Скади, которым я играю. Что происходит? Я вроде лужу кинул. On my way. Fire. Я не знаю, что собрать. Что-нибудь такое соберу. Режим Локимена включен. Да-да-да. Это я говорю, донаты так и работает. Так и работает. Мастимах, спасибо большое. Данхил, спасибо. Вы вдвоем просто жесть, что делаете сегодня. Жесть, как хиль Таси, я его недооценил. А во сколько? Розыгрыш во сколько? В конце стрима будет. I'm so big. А, где говорит? Сбей, сбей, сбей. Красава, брат. Лучше, лучше. Лучший, просто лучшая команда. Даже этот бис, который мне все катки выигрывал, не вывозит. Они бьют, что делают. Ай, почему я один это делаю? Что? Карл. Бам, хорошая катка.